Долгожданный подарок получила к Новому году средняя школа номер 34 поселка Джубги Туапсинского района. Теперь школьники будут заниматься и тренироваться в спортивном зале, который кардинально преобразился и стал новым и современным после капитального ремонта. На торжественном открытии побывала Лиана Коблева. Обновленный спортивный зал после ремонта в Джубской школе открывают торжественной линейкой в присутствии гостей, замглавы Туапсинского района, главы поселения, директора строительной компании и учеников. Под этот Новый год вот такой подарок достался от губернатора Краснодарского края, от главы нашего района, от администрации Краснодарского края, депутатов нашего района. То есть все взрослые постарались, чтобы у вас действительно был настоящий Новый год. Мира вам, счастья, пятерок побольше и побед как можно больше, больше и больше. С наступающим Новым годом! В школе обучаются 750 детей. Свыше 300 из них после уроков занимаются в спортивных секциях. Это мини-футбол, баскетбол, волейбол, бокс и туризм. Школьники неоднократно побеждали в районных и краевых соревнованиях. Налажена работа. Детей привлекают к этому. Если ты ничем не занимаешься, то как бы ты рекомендуют заниматься. В преддверии новогодних праздников с этим значимым событием учеников и гостей поздравляют Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с символом наступающего года желают ребятам в следующем году новых побед и спортивных достижений. Спортзал школы более 30 лет находился в плачевном состоянии. Сегодня здесь заменили полы, электропроводку, светильники, системы вентиляции и пожарной сигнализации. Привели в порядок стены и потолок. Также поменяли все оснащение зала – баскетбольные щиты, стойки для игры в волейбол, шведскую лестницу, скамейки. Оборудовали раздевалки и душевые комнаты. Я думаю, что наши дети будут дальше побеждать на конкурсах краевых, общероссийских и будут радоваться этому подарку. Средства на капитальный ремонт выделили из краевого бюджета – около 2 миллионов рублей. Из казны Туапсинского района – свыше 800 тысяч рублей. Большое спасибо хочется сказать краевой администрации по программе развития образования Краснодарского края и софинансирование нашего муниципалитета по программе «Туапсинский район. Территория комфортного проживания». Лиана Коблева, Денис Гилев, Изабелла Аксютичева, телеканал «Орленок ТВ».